Челябинской области ищут подростка, который ночевал на кладбище. 14-летний житель Миасса Александр Вавилов ушел из дома еще в прошлую среду, но до сих пор не вернулся. По словам родственников, полгода назад мальчик уже сбегал из дома. На протяжении недели он жил в самодельном шалаше недалеко от кладбища Северное, где похоронена его мать. И вот подросток пропал вновь. Полиция ждет звонков от тех, кто знает, где он может находиться.